Приветствую вас. Маленько, давайте сначала уточним. Вы спрашиваете, как мне исправить ситуацию? Я, соответственно, задаю вам вопрос. Встречный вопрос. Исправить ситуацию какую? То есть, вы можете не реагировать на наезды мужа, так сказать, относясь к этому со здоровым юмором, например. Показывая, к примеру, что его заносит, допустим, в каких-то моментах. Вот. А вы можете, в общем-то, сказать ему твердое «нет», когда он ведет себя с вами, ну вот, так. Не позволять ему обращаться с вами подобным образом. Вы можете разобраться сами, почему вы реагируете на это негативно, на то, что он делает. То есть как вас задевает то, что происходит. Это вот такой аспект. Следующий аспект заключается в том, что вы говорите «мужа люблю», как это проявляется, в чем выражается любовь. А дочке нужен отец. Да, возможно, дочке нужен отец, но совершенно очевидно, что дочке не нужна такая болезненная атмосфера, в которой вы живете сейчас. И мне кажется, что для дочки куда более вреднее жить постоянно в скандалах, например, чем если бы она жила без отца. Вы так не считаете? Далее вы пишете «одна быть не хочу», то есть вы боитесь одиночества. Это страх родом из детства, с ним нужно работать. Именно он мешает вам быть более уверенной в себе, именно он мешает вам отстаивать свою позицию, именно он мешает вам давать отпор своему мужу, который, судя по всему, обладает определенными проблемами, ну, такими, как, например, навязчивыми мыслями и так далее. Хотя тут, конечно, нужно выяснять. Вот, в принципе, всё. То есть вы изначально подстраивались под мужа, хотя вам это не очень нравилось, вы изначально заняли позицию жертвы. Мужчина со временем либо раскрывает свой характер, либо у него какие-то проблемы, нужно исследовать, почему именно в последнее время у него увеличилась вот эта вот его педантичность. Вот, то есть что-то произошло, может быть. Вот коллега указал, что это может быть проекция вины, но тут опять же не все однозначно, нужно детально анализировать этот аспект, чтобы понять. Вот. Вот так, в принципе. Вот это вот то, что вам можно сказать, исходя из того, что вы написали. То есть исправить ситуацию можно, только изменив свое поведение. Как вы его измените, зависит целиком и полностью от вас. Вот абсолютно целиком и полностью это зависит от вас. Как вы его будете менять, как вы будете корректировать свое поведение. В зависимости от цели. Вот. Но целью не может быть отсутствие одиночества. Целью не может быть дочь, потому что для дочери лучше то, что для вас, а для вас не лучше находиться с мужем в его текущем состоянии. Цель касается только вас. И только и исключительно вас. Определите целью, определите тем, что вы чувствуете к мужу. И, значит, после этого уже подумайте, что вы хотите. И вот к поставленной цели
можно будет идти в том числе и с психологом, который вам поможет. На мой взгляд, в основе всего лежит у вас страх одиночества. Вы пишете, что вот одна быть не хочу. Разве вот... То есть, если я не хочу быть одна, значит я хочу быть не одна. Если не хотите быть с кем-то, вот вам один все это терпеть. Ну, как вопрос, а почему я хочу быть с кем-то? А что для меня значит быть с кем-то? И что для меня значит кто-то? К примеру, да? Это нужно исследовать, в том числе. Вот так, мне кажется, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.